И всем привет, ребята, меня зовут Лен Твести, и сегодня мы с вами сыграем в новую игру под названием Raft Выживание. Да. То есть это переводится как выживание на плоту, а повсюду один океан, да, тут уже акулы плавают. Вот, первый раз решил сегодня попробовать сыграть в нее, поэтому я тут прохожу обучение пока что. Так. Нам надо рыболовную сеть построить. Так, а тут что надо? Типа, изготовить, ускорить, получить. Все. Так, еще у меня съешь. Все. Так, у нас, короче, тут есть ящик. У нас новый уровень. Это второй. Так, сеть готова. Теперь нужно позаботиться о питьевой воде. Так, это установи. Ну, давайте, знаете, вот так как-нибудь. Так, и все. Теперь можно. А, тут типа ждать надо, да? Ладно, подождем. Сколько там? Минут две. Ладно, как раз. А, ускорить надо. Ладно. Все. Пью. Так, это мне все не надо. Ну все, я, в принципе, уже освоился, как тут надо. Нужно увеличить плод. Интуиция подсказывает, что мои проблемы только начинаются. Так. Что нам для этого надо? Создать. Окей, давайте тут. Все. Все, уже третий уровень. Каждый раз словить ресурсы будет трудно. Нужно построить сеть. Так, давайте сеть. Давайте прямо сюда, почему бы и нет. Так, забрать. Так. Чтобы хранить больше вещей, мне понадобится сундук. Попробую собрать из хлама. Простой сундук. Так. Ходит маленький, что ли? А, тут такое рачивать можно. Ну, давайте, знаете, сюда прям его. Так. Мне нужно собрать примитивный радар, чтобы ориентироваться в мире. Так, значит, что тут надо? Радар создать. Вообще вот как-нибудь сюда произвести, да. Так, ну. Все. Теперь тут можно, в принципе, в таких суровых условиях мне требуются навыки, которые помогут мне выжить. Мне даже награду, кстати, там дали. Вон, видели. Так, постройте костер. Так, вот. Создать. Так, а костер я бы посередине куда-нибудь. Ну, давайте вот так как-нибудь. Все. Так. Самое время построить мастерскую и лучше свой плод. Так. Мастерская. Так. Да, надо сместить. Ну, давайте вот сюда. Так. А тут что? Ладно, так. Что теперь? Так, ну-ка. На радиоприемник поступили странные сообщения. Так, ну давайте путешествие начать. Говорят. Так, что у меня прогрузится все. Правда, это надолго, наверное, будет. Ну ничего, подождем. Ребят, загрузилось, и у нас тут попался какой-то остров контрабандистов. Сложность, короче, тут минимальная. Также у нас враги. Я так понимаю, это крабы, это волки или кто это. И крокодилы. Так, ну что ж. Энергии у нас, в принципе, много. Ну, можно потратить, конечно. Но вообще мне несложно плыть. Чуть-чуть. Так. Вот. Поэтому будем ждать. Все, доплыл. Получил 5-й уровень. Так, у нас тут веревка. Ее можно вообще подобрать? Так. Тут можно. Блин, а я бы хотел бы сейчас создать какие-нибудь оружие. Так. Ну, видимо, нельзя. Ладно. Крюком буду как-нибудь вот так вот драться.
Так, поэтому у нас тут дерево, но для этого топор нужен, а у нас его особо нет. О, грибочки. Так. У нас есть один гриб и сундук. Сундук — это хорошо. Ну-ка, и что же в нем? Так. Я куда-то вышел, поэтому... Так. Не пойму, где оказался хоть. Так, куст. Не знаю, правда, зачем, но пусть будет. А, это папоротник. О, крабик. Тихо. Он меня еще убивает. Так, ну давай, умирай ты. А, ну, видимо, безобидный. Ладно. Короче, так. Я еще к сундуку хотел пойти, вот, который здесь прям лежит. И что же в нем? О, нифига себе, какая награда, блин. Можно взломать с помощью ключа. Или, ой, точнее, отмычки. Либо просто за рекламу. Ну, блин, вообще там вещи, конечно, крутые лежат, я бы так сказал. Да, пистолет, это вообще имба. Сейчас пошел бы и сразился против кого-нибудь на этом острове. О, тут еще что-то есть. Хотя ничего нет. Так, ладно, может, чуть позже потом откроют сундук. А это что? Блин, как мне топор скрыть? О, еще один сундук. А что в нем? Там, наверное, тоже надо за рекламу открыть, да? Ребят, все-таки сундук за рекламу там открывать. Да, я, короче, нахожусь у себя на плоту. Короче, на плоту, да. Вот, я уплыл с того острова, потому что там, пока я смотрел, мне волк напал. Я успел ее попытаться, видите, у меня мало хп, короче. Да, ну, короче, пока я тут буду. У нас тут, короче, вот это вот такое-то. Можешь, кстати, открыть сундук и получить любой предмет. И, кстати, тем более лотерейный ящик. О, сундук, стопы. Все. И получите наград через одну минуту. Ну, хорошо, как раз. Хорошо. Так, у нас вон там. У нас, кстати, тут можно половить. Ну, у нас он, меня. Половить, кстати, кого-нибудь. Вот, например, сундук. А, нет. О, бревно притащил. Так, давайте еще. О, сундук! О, еще один. Ура. Так, кто еще нужен? Ну, точнее, что именно? Акула. Если ее... Иди, я пошел, привет. Не надо мне никакую акулу. Не, знаете, я пошутил, да. А то я сейчас притащу, она мне весь остров сожрет. Ну, точнее, плод. Так. Это, что еще? Может, бревно? Блин, я бы вообще хотел плод расширить. Так вот, как именно? О, тут можно, кстати, броню так, типа, создать. Так. Ладно. Крюк, топор, копье. Так, производство. О, можете, кстати, печку создать. Плот. А вот плот. Так, у меня три бревна как раз таки есть. Поэтому создаем. Почему бы нет? Так, ну давайте сюда прям. Все. Акула. О, сундук. Так, еще один сундучок. Тихо, кукла, ну чтобы. Так, почему так далеко, блин? Я зато сундук, блин, притащил. Ладно, что тут еще есть? Ну-ка, это что? А, это что? Солома! Да вот же солома! Ё-моё! Так, давайте еще кучу бревна. Чё? Стоп! Стоп, берём. Ну-ка, ящик тут какой-то. Возьму-ка его. Так. Ну-ка. Так. Для открытия. Офигеть, тут
какие награды могут быть. Так, ну давайте. Ждем. Пока он откроется. Час целый. Недолго, конечно. Еще сундук. А, все, бомбочка еще. Так, поэтому прицелим все. А, нет, не достал. Допустим, сейчас. Ну, давай, доставай. Все. Вот и бочка. Не хватает места. Окей, создать. Так. Тихо, такого. Там, кстати, еще есть сундук один. Так, а вон там еще что-то есть. Погнали их. Залутаем тоже. А это что, тоже бочка, что ли? Хлам железный. А, так они полезные, оказывается. Вот еще одна как раз. Так. Железная глина, хлам. Так, сундук какой-то. Там еще золотой какой-то. Так. Вот, давайте вот этот еще сундук. Ой, точнее, бочку. Залутаем. Я, походу, сейчас скоро что-то смогу создать. Так. Еще. Так. А это что? А, я, ё-моё. Короче, была реклама. Меня тут случайно она вылетела. Но я, кстати, пока чуть-чуть решил подобывать какие-нибудь вещи. Там ящик, кстати, какой-то. Я не замечал. Ну-ка. О, нифига себе, металлический слиток. Металлический слиток, одна глина там, по-моему, была. И еще бревно. Так, ну, еще солома нужна. Ну, тоже пригодится. Так, давайте еще сундук. И бревно. Так. Все. Так, теперь... Кстати, тут можно учебный бинт сделать, а это что? А, ткань еще нужна, блин. А, так, я еще плод хочу. Расширить немного. Так, ну давайте... Сейчас. А, у меня акула живет. Что же делать? Шла вон. А, о, я ее убиваю, все. Все, пошло вон. Акула отпустил, но скоро вернется. Черт, ребят. Походу, мне оружие придется уже делать. Это уже реально. Топор уже могу сделать. А, вот. Топор мне как раз нужен был. Так, и еще деревянное копье. Куб мне еще надо. Это не соломное еще. Поэтому ничего. Так вот. Так, ну давайте бревно чуть-чуть вот тут половим. Так. И то. А где-то солому не найти. Вот она прям. Это она хочет. Ну-ка, еще надо подальше. Опа, бочка. Там всегда может быть что-то интересное. Глина железная. Бутылка с водой. Нифига себе, глубоко. Блин, только поблизости солома нигде не вижу. Я бы хотел ее получить. Так. Ну, можно, значит, пока... О, еще бочка. Ну-ка, железные обломки, глина, хлам. Я не знаю, для чего хлам нужен, хотя он на то и хлам. Чтоб быть не нужно. Так, вон там я еще что-то вижу. Такое интересное. Еще закидываем. Вот, прям подальше. Так. А, это ткань. А, это глина. Блин, мне показалось ткань. А, еще вон солома. Походу, солома. Ну-ка. Да ё-моё. Давай, подбирайся. А, это хлам. Блин, ну вообще, надо бы запомнить, как выглядят некоторые предметы, там, солома, еще что-нибудь.
А, еще нельзя походу скрафтить. Надо еще солому, ё-моё. Ну, ребят, вообще я планировал посетить остров, с которого я ушел, потому что мне там волк тогда напал. И по... Так, ё-моё, что это делать? Так, не-не, всё, больше не надо. О, еще соломы. О, как раз солома мне нужна уже. Это солома же? Солома, ура. Так, я решил, короче, в другой раз сходить на остров. В следующем видео, возможно. Так, у нас тут... Так, блин. Не, сейчас не об этом, соломы. Да, солома, ящик там еще. А это что? Хлам. Ящик нужен. Ведь нет. Руда, деревянная жажда, надо достать воду. Окей, давайте достанем, где у меня отмычки. Кстати, тут можно... А, ну что, руда 3 штуки. Еще соломы 8, пипец. Вы издеваетесь? О, я могу, кстати, уже оружие наконец создать. Все. Да, правда, мне еще кирка... Кирку бы мне еще, правда. Но она мне пока что не так сильно нужна. Так, у нас тут новые чертежи доступны. Так, что еще хотел-то? Бочку. Вон, бочка. А, вспомнил, воды же мне надо точно использовать. Все. Так, ну и поесть. Ну, вот гриб давайте. Он нормальный? Ну да, можно считать нормально. Так, ладно, давайте еще вон. Да ё-моё. Хорошо. Так, давай тянем, потянем. И глина, бутылка, вода, железо. Так, акула у нас плавает. Так, бочка. Главное, чтобы она сейчас мой плод не собрала. И меня. Хлам, руда, железо, глинки. Так, что еще можно? Так, бочка. Ой, какая бочка? Бревно, господи. Нет. А, кстати, вот. А там что это такое? Ну-ка, давайте. Еще дальше. Давай. Давай, давай, давай. Ё-моё. Так, ладно, давайте прям вверх. Закидываем. Ну, если акулу схватить, ну-ка, интересно, что будет. Я акулу сейчас схвачу прям. Так акулу не пробьешь, пишут. Ой, пуль не надо. Да и вообще акула. Я что, соломы, соломы, соломы. Отлично. Две даже. Бревно. Не бревно. Так, что еще? О, кстати. Тихо. Акула, акула. Ну да, пускай. Так. Ладно, блин, акула плавает. Так боюсь, что сейчас она плод начнет жрать. Так. А что я хотел вообще? Топор. Так, а у меня есть. Ну-ка, давайте мы так зайдем и... Да, вот у меня топор тут как раз есть. Еще копье мне должно быть. Так. А вот где копье, правда, это. Короче, не знаю, как это будет. Ладно, наверное, буду заканчивать видео. Кстати, там еще ящик. Это, давайте. Ладно. Пока тут прощаюсь, пока буду доставать ящик, я попрощаюсь с вами. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ой, что будем. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в комментариях. Или я могу вам просто вот показать QR-код. Вот. Ладно. Если вы хотите вторую часть, пожалуйста, я сниму для вас вторую часть. Ну, а с вами был я. Меня зовут Б200. Всем пока!